Привет, мои хорошие подписчики, друзья и гости моего канала. Сегодня в Волгограде. Приехали с мужем по делам. Заехали заодно в областную больницу. Он стоит, ждет нашего общего друга, доктора. Там нужно кое-что ему передать. Я сижу в машине. Погода у нас, весенняя, конечно, но не так уж и тепло, когда я вам снимала видео, когда шла от косметолога. Сейчас довольно-таки прохладный ветерок, но я думаю, что скоро будет лето. Потом заедем в мол Комсомол, мне нужно купить туфли. Обязательно нужно купить туфли, потому что в сапогах уже жарко ходить. А туфли хочу купить, хоть они у меня есть, но все равно хочу еще одни купить. Потом заедем к дочке, отвезем ей вещи ушивать. Она лычки красные на голубые будет перешивать, она следователь у меня, на все платье с милицейской ушивать отдаст. Потому что на ее размер такого нет, она у меня маленькая, миниатюрная девочка. Едем по Волгограду. Кочка на кочке. Светофор на светофоре, да? Там парк в областной больнице. Почему? Потому что он окультурился и стал очень таким красивым. Вообще пока ничего не цветет. Муж меня занят, я его жду. А вон там лошадки. Кстати, их поставили, такое ощущение, как недавно. Интересные такие скульптуры. Иду по газону, как меня еще не прогнали сейчас. Первый, смотрите, какой фонарь. Интересный. Сейчас я уйду на асфальт. Вот такой фонарь из какой-то ржавчины. А вот он конь. Тоже посмотрите, видите, какой интересный коняшка сделан вот из кусков какого-то металла, не знаю даже с чего, какие-то, наверное, жестянки. А вот тут вот стоит, по-моему, это аист, видно, нет? Да, тоже вот оно. Тоже из жестянки, красивый такой. Коняшка. Опять фонарики. Что-то непонятно, в каком стиле. Я не разбираюсь же. Может, кто-то подскажет, что это за стиль такой. Это же ребенок. Маленький жеребеночек. С таким же металлическим дранным хвостом. А вот здесь вот такой фонарь. Сейчас я подойду с другой стороны. Покажу вам. Это вроде бы как женщина с мужчиной. Символизация на земном шаре, что ли. Даже не знаю, что имел в виду художник.
И вот тут еще есть такая интересная, типа, скамеечки. Но, скорее всего, на ней никто не сидит. Смотрите. Ну, сейчас так облагородили парк в областной больнице. Сегодня моя знакомая, врач, я ей пожаловалась о том, что на мои антибиотики, которые я пила, на все, кстати, это они мне приписывали бромгексин, и у меня начался кожный дерматит от этого, от всего. Она, в принципе, подтвердила мне, сказала, да, это может быть. Я говорю, что мне делать теперь? Вы же, говорю, меня угробили. Ну, в принципе, она сошлась и к тому же мнению, что и сказал мне мой косметолог. Нужно чистить кишечник. Еще сказал, у нас продается в Ашанах такой продукт, написано не молоко. Первый раз такое слышу. Он чистит организм, кишечник. Ну, в общем, все чистит. Лимфу даже, по-моему. А может, нет. Может, я опять что-то путаю. Вот сейчас поедем в Ашан. Покупать не молоко. Интересно, кто-нибудь слышал из вас о таком продукте? Напишите мне в комментарии. Может, кто-то употреблял? Что это за продукт? Какой результат от него? Видите, у кого что болит, тот о том и говорит. Да? Но это мне сказала врач. Врач-терапевт. Одно мы лечим, она говорит, а другое калечим. Куда ж деваться? Теперь нужно очищаться. Вот так она мне сказала. Ну, в принципе, я с ней согласна. Ну, все, закрываюсь. Заехали к другу мужа на работу. Он пока занят. И предложил нам сходить в столовку там у него, в его конторе. Ну, сейчас пойдем. Как раз пообедаем. Говорит, неплохая, недорогая. Все, что возьмем на обед, сниму, покажу. Пока-пока. Смотрите, взяла куриную котлетку, картошку дольками, морской язык, соусы, блинчик чуть захотела, с курочкой, грибами, с сметанкой, салатик и чай с лимоном. У мужа салат, капуста, хлеб, которому говорю, не ешь его, морской язык. Еще что-то купили из соки. Ну, в общем, приятного нам аппетита. Приехала в свой любимый комсомол. Сейчас поднимусь на второй этаж. Буду выбирать себе туфли. Надо отключиться, охранник идет. Маленькую прогулочку вам сейчас покажу. Комсомол по первому этажу. Вообще мы не сюда едем, на другом эскалаторе. Мы едем в еду. Наш мул ничем не хуже Дейра Сити в Дубае. Может, чуть поменьше, да? Так всего завались. Цены такие же. Любимый мой Вайкики. Лошадки. Американская еда. Так.
Так, воск у меня есть, полоски есть. Ой, какие чудные, красивые шары. Скольчина. Будем сейчас обходить белорусскую обувь. Пойдем сразу в немецкую. Посмотрим в немецкой. Если в немецкой ничего не найдем, значит будем смотреть в другие магазины. Ну, немецкая — это мягко сказано. Там российская, китайская. По крайней мере, качественная. Вот это немецкая. Ну все, отключаюсь, захожу в отдел. А тут у нас такие развлекалки, мишки. Молодцы, девчат. Вы что, раздаете, нет? Давайте. Спасибо. Опа! Красивый. Он же не кусается, да? Давай сними, там порастает. Саду мне сажали. Ой, какой язычок у него нежный. Какая прелесть. Он так... А сколько он? Два. Я боюсь. Я боюсь. Он у нас не кусается. Да. Он у нас не душит. А как его зовут? Змея. Язык черный, да, смотри, какой он красивый, нежный язык такой, смотри. Ой, ой, так лижется. Красавчик. Потрогай язычок, нежный-нежный у него, как ниточка. Такие у нас комсомоли развлечения. Ой, ребята, после долгих мук хождения по магазинам в немецкой обуви я ничего не нашла. Там все очень дорого и мало выбор. Купила турецкие туфли. Сейчас вам покажу. Очень красивые, мне понравились. Колодка удобная. Вот, смотрите. Мой шедевр. Смотрите, опять у меня, видите, выпендрёж на каблучке. Летает подошва, кожаная абсолютно. За 2800. У них сейчас сезонная распродажа. Ну, якобы они 6 стояли, да? Сейчас они 2800. Показать лучше, что вот. Вот так. Видите? Но люблю я все золотое, понимаете, ребят? Люблю. На ноге смотрится очень красиво. Очень. Довольна покупкой, счастливой. Надо будет сегодня обмыть покупочку. Магазинчик здесь сижу рядышком. Муж пошел у меня к чехлу, к камере. Сейчас, наверное, еще купим штатив. Штатив для GoPro, чтобы больше не зависала, поняла? А то опять сейчас не зависла с питомом. Я ее выключаю, она включается.
Ну все, пока-пока. На этом я закрываюсь. Всего доброго. А моим подписчикам желаю счастья, добра, хороших покупок. А гостям канала рекомендую подписаться на мой канал и поставить колокольчик.